не концентрируется, логически, если рассудить. Да? Да. Мысли вслух. Дениска сказал, придет сюда. О, у нас работочка, кстати, слышу там. Парни орут, флаг загорелся. А что ты, миленькая? Опа. Слышу, что флаг загорелся, кричат. Ну, Дениска сказал, пойдет сюда, а Мишка говорит, останусь там смотреть за самоловками, да, рыбачить, пробовать там в одном месте. Что-то там спорят, кто будет вытаскивать. А? Так ты там рядом, все. Друзья, у нас первая сработка. И у Мишани там сработка. Ну не вымотано ничего. Что-то есть. Что есть? О! Щупаречек! Да, блин, сейчас замотается еще. Щупачок. Артур, у нас две сработки. Я слышу, как вы там орете. Щупачок вообще маленький. Отпускаю. Отпускаю, конечно. Так, друзья, отпускаем. Блин, и живца тебе нету. Ага, живца нету. Ну, ловите, что я вам могу сказать, ребят. Ловите. Ну ладно, мы тогда пойдем сверлить еще одну. Ну, Мишаня что-то утаскивает. Ну чё? Сработки. Просто сбило вроде. Че, Мишаня, просто сбило? Понял. Отпустил, не заглотил. Не заглотила, говорит, не успела. Такие дела. Вот как раз к Артуру собирался идти. Уже прошел, блядь. Где-то, наверное, четверть пути прошел. И вот Мишка меня крикнул. Сработка, говорит. Прибежал, вот вы все видели. Ну, балуется этот мелкий щупачок. Кушать хочет. Так, это мы оставим здесь пока. Мишка тут будет рядом рыбачить. Если будет живец, он зарядит ее сразу же. Закроем флажок, чтобы она тут никого не волновала. Пойду к Артуру. Я просто смотрел передачу, говорят, что надо вот этот крючочек обломать, то есть, чтобы он не зацеплялся. Но, опять же, в другой передаче сказали, что надо делать то же самое, но надо иметь два одинаковых балансира, чтобы в одном он был обломан, а в другом нет. Ну, пока что на такую роскошь я не готов, поэтому у меня не обломаны. Еще один крючок загорелся. Вы посмотрите. Ну, вот там видно, вот это, где мы в прошлый раз, друзья, рыбачили. Там тоже было много сработок. Мелкая щучка балуется. Но дело в том, что там она и концентрируется. Там она и брала на жерлице сработки были. Она и брала на балансир. Здесь вы видите сами, вот сколько времени я здесь нахожусь. Ни одной сработки щуки нет. Выхода, то есть поклевки. Значит, ее тут нет. Ну ладно, я же вам сказал, решил. Сначала так. А потом уже попробую поставить крупный балансир и походить. Там есть еще одно место. Мишка поймал там тоже щучку, говорит, небольшую. На донку. Две сработки.
Диска, говорит, одна мелкая отпустил, а одна это не заглотила. Чуть-чуть поторопились. Чё ты пробуешь-то? Дениска там в моей лунке старой, где у меня мелочь брала, попробует на мормышку. Поднимается ветерочек. Небольшой, но довольно-таки такой прохладный. Чё, клюет? Ну, что-то дернул один раз. А ты на что? На мормышку. А-а-а. Попробуй пробеги по ним. Угу. Все, и все, да? Ну, сейчас еще раз что-то тыркнул. Так, слабоватенько, буду живец. Смотри, она балансир била хорошо. Там я много отпустил, там брала и брала. Угу. Это несерьезно. Это совсем несерьезно. Ну. Хороший. Хорошенький. Ну не сразу. Что-то вот драконил меня. Много тут этих всяких свалов. Да, свалов не имеет. Ну, чуть помельче. Ну, тоже приятненький кусочек. Все, пока что. Ну, что-то поклевывает, нет. Что-то как-то неуверенно потыркивает. Блин, ты посмотри, какая. Тын-тын-тын-тын. Бьет. А что бьет? А, так уже что-то сидит. О, блин. За кромку льда опять. Все, надо сверлить дальше. Че, может перекусим, да это? Я потом попробую по щуке походить. Да? Очень жесткая, друзья, катушка. Вон, смотрите, уходит, а сама прокрутить не может. А почему, интересно, так? Уходит. Можно минимум не стоит. Да. Потому что смотрю, что-то дергается как-то странно. И это. А катушка не крутится. Блин. Можно, конечно, попробовать это. Подточить. Немножко, знаешь? Ну, уходит, блин, как уходит. Так уже скоро и леска закончится. Ну, смотри, видишь? Угу. Начали делать костерочек, друзья, и это. Слышу щелчок. Решили подогреть, перекусить. Уже время как бы немало. Все это время на ногах тут. Бегаем, прыгаем. Пытаемся что-то поймать. Пока безрезультатно. В плане по щучке. Ну еще я тебя смотаю. Представляешь, на каждой так ходить, слышишь? Да, помогать. Ее надо обязательно что-то. Я говорю, можно попробовать открутить. И тихонечко напильничком. Так, как бы. Или наждачечкой, чтобы она. И все надо их пройти, они все плохие. Ты назвал в прошлом видео тугоперы? Тугоперы, я даже сказал.
Да я там в эмоциях, Денис, могу все что угодно сказать. Ты меня особо-то не слушай. Ну слушай, последние витки, и она почему-то мотает без передышки. Нету ничего. Нету ничего. Сошла. Не, что-то есть. А, прям в лунке сошла. А, я ее вижу. Не, все, ушла. Ушла. Да, и вообще карандашик. Да не, она сама по себе реально туговатая. Тугоперная. Давай так скажем, в новом видео. Ну ладно, хоть какой-то движ. Так, друзья, в общем, мы перекусили. На смешание он еще идет тут. Решили посетить губу, где с утра Артур тут окуней ловил. Я поставил балансиру, что тут стукает. Не могу подсечь пока что. Артур остался там, возле базы. Решил попробовать на балансиру половить. Может быть, щучка тут клюнет. Ну, что-то дергает, не могу понять. Может, мелочь. Не могу засечь. Ветерок поднялся небольшой. Вот такой кусочек. Мелковато, но отпущу потом. Чего, поймал здесь? Да такой, но... На балансир? На балансир, но на голый, ничего не вешал. У него все тыркал-тыркал тут без продуху. Потом замолчал. А это... У меня немного он это... Переворачивается немного, он встает неправильно. Я вот тоже думаю, надо ли опарика или... Так попробовать сначала. Нахалом, как говорится. Нахалом, но... Что тут за глубина? За глубина, о! 1,5 метра. Ну, пока что вот один. Но он не давал мне покоя тут, представляешь? Дергал, дергал. Он хотел съесть его. Ну что, этого я, наверное, отпущу. Маловато. Опарыша поднацепить. Что-то перестало. Ну вот заодно и мне даже потом. У тебя икоречек, да? А? Икоречек внизу. Да, ну с этой капелькой. Опаньки! Друзья, смотрите, вот такая небольшая. Поставил другой балансир, пошел погулять тут немножко. Нашел, посмотрите, такое вот место, дерево такое упавшее, прям под бережочком. Ну вот, это дало результат. Сейчас еще немножко посижу, потом отпущу ее и пойду дальше, пока не буду отпускать. Хорошо так долбануло. Ну, классически, короче. Парни пошли туда, на мое место, где я рыбачил с утра. А я пошел в другой угол. Сейчас попробую с другой стороны дерева еще одну лунку сделать. По окуню пока все. Не знаю, с чем связано. Но окунь перестал брать. Опускаем. Ну все. Друзья, у нас на капканчик сработка. Я пошел за буром. Смотрю. Вымотано. Что-то. Интересно. А что это было? Я не знаю, захлопнуты. Просто захлопнуты. Ну, видно, дало вон. И это. И не заглотило, не зацепило. Он еще живой. Ну, чего сейчас?
Поставим. А мелочь, я говорю, мелочь балуется. Сейчас надо второй сразу проверить. Ну, два капкана, да, стоит? Угу. Да, капкан, конечно, подвел тоже. Ну, бывает такое. Мне кажется, для капканов надо вообще прорубь, блин. Слушай, да, для капканчиков. Ну, хороший. Че, пойдем посмотрим сразу тот? Угу, включим связь и че. О, окунь. Окуня надо забрать. Не, тут все нормально. Опа. Друзья, смотрите, еще один напильничек. Блин, как себя достать теперь оттуда? Давай хотя бы как-то так. Водка, иду туда. Ага, Денис, как говорится, работка. А! Ну что, друзья, тут... Ай, блин, как... Да тихо ты, как в палец зашел. А, ну что, отпускаем. Вот так вот, хорошо. Так. Че, новое место зашел? Мысовинка такая небольшая. Дай, думаю, попробую. Покачал, покачал, ничего, уже хотел было идти за губинки. Нет, жахнуло. Но я подумал, окушок как-то не сильно так ударил. Там сработка, да, где-то. Ага. Понял. Ну, парней чуть сегодня как-то вообще вяленько. Мишка и на балансир тоже пробовал, и на блесну, Дениска на мормышку. Все пытался. Ветер поднялся, правда, сильно. Друзья, сработка. Еще и мотает. Сейчас подойду, шарабан сниму. Здесь он видно, что он подматывает. Живца выплюнул. Не знаю. Хоть тоже полунапильник. Артур, полунапильник. Цари. Я говорю, сработка полунапильника вытащил. Ну, где-то грамм на 800. Можно оставить, если. Как такая у меня была
раз я поймал на донку. Ну, может, чуть-чуть поменьше. И сам, короче. Ну, можно оставить, в принципе. Все, друзья, оставляем. Еще одну поймал на донку. О, Артур еще одну на донку поймал. Принял. Все, друзья, рыбалка подошла к концу. Собираемся домой. Хотели оставить самоловочки на ночь. Приехать еще раз. Но что-то приняли решение, что завтра попробуем, наверное, на новое место куда-нибудь. Ну, поищем. Результат, я считаю, неплохой. Были сработки и на самоловочке. Ну, мелкое, конечно. Но все равно хотя бы там какой-то адреналинчик. Парочку я поймал на донку. Ну, не крупных отпустил. Одна ушла. Мишанька одну поймал, одна ушла. Дениска вроде ничего не поймал, не ушло. Ну, нормально, все стандартно. Так что все, давайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.